Здравствуйте. Здравия желаю. Главное управление по патрульно-постовой службы, инспектор патрульной полиции Найдёва. Очень приятно. Документы ваши можно, пожалуйста? В связи с чем? У вас номера почему-то перевернуты. Передний, задний. Позвольте удостоверение служебное в развернутом Конечно, виде. Конечно, пожалуйста, Найденов Сергей Иванович, инспектор. МВД, СПЛ. Позвольте озвучить. Палец уберите, СПЛ. Что у вас руки трясутся? 19 сентября 2023 год. СПЛ 08634453. Значит, довожу до вас следующее. Я догадался. Что вы догадались? То есть сейчас буду вызывать наряд ГИБДД. Пожалуйста. Рапорт у вас передавать. Да, я слушаю, жду с нетерпением сотрудников ГИБДД. Я надеюсь, я увижу хотя бы ваши документы. Нет, конечно. Удостоверяющие личность. Сотрудников ГИБДД, будьте любезны. Что? Сотрудников ГИБДД. Нет, документы вы обязаны предъявить, согласно закону о полиции. Сошлитесь на норм. Полиции. Сошлитесь на норм. Оформить я вас не имею права. Сошлитесь да, на норм. Это не моя компетенция. Сошлитесь на норму права. Что? Сошлитесь на норму права, согласно которой я вам должен передать документы на транспортные средства. Нет, я вас попросил предъявить документы. Отказываюсь выполнять незаконные требования сотрудника правоохранительных Почему органов. В силу закона о полиции, статьи 27, вы обязаны знать законодательные акты, федеральное законодательство, соблюдать права и законные интересы граждан. Я соблюдаю ваши права. Отнюдь, позвольте, я закончу свою мысль. Кроме того, мои права могут быть ограничены только на основании федерального закона, о чем гласит статья 6 закона о полиции. Вместе с тем, согласно статье, вы меня слушать будете или вы будете звонить? Я вызываю на разные. Вызывайте. Че, где сотрудники ГИБДД? Нет. Я ваши мобильники? А? Ваши. На каком основании? Вызывайте сотрудника ГИБДД. Это прерогатива сотрудников ГИБДД в порядке 12 главы. Я вас... Оформление нарушения. Ну вот вызывайте, будем разбираться в рамках закона. Документы проверить, я имею право. Нет, не имеете права.
Я вас прошу не превышать свои полномочия служебные. Мне надо двигаться. Мы не превышаем. А, пропустите, не надо блокировать. Нарушения выявлены. Вызовите сотрудников ГИБДД. Я вызвал, мы ожидаем сотрудников ГИБДД. Я жду тогда. Уберите машину. Более того, я не являлся водителем на тот момент. Вы являлись водителем? Нет. Вы являлись водителем? Какой адрес? Переулок Крылова, дом 5, да? На том основании, что у меня номера нечитаемые на транспортном средстве. При этом это прерогатива сотрудников ГИБДД, о чем сообщил сотруднику полиции. За ними... Нет, они подошли ко мне и поинтересовались, почему у меня номера нечитаемые автомобиля. Я им пояснил в ходе общения, значит, что это прерогатива сотрудников ГИБДД вообще. Вот, ну, тем не менее, он не стал меня слушать, достал сотовый телефон, стал с кем-то общаться, и его коллега перекрыл на Урале мне, по сути, проезд. Государственный регистрационный знак Урала, Анна, 4103, 78 регион. Анна? 4103, 78 регион. Ваш автомобиль, марка? Роман, 415, Наталья Алексея, белая Шкода. Регион? 178. Вам перекрыли автомобиль до приезда сотрудников ГИБДД? Да, ну я могу уйти, конечно, но я... Ваша фамилия? Таташвили Денис Геннадьевич. Но у меня дело принципа, пусть вызывают сотрудников ГИБДД и ответственного. Телефон 911-924-12-64. Да, верно. Центральный район, переулок Крылова, дом 5, во дворе или где это? Да, это во дворе. Управляем на нем. Спасибо. Стою в отделе полиции, вас жду. Там отдела полиции нет. Почему нет? Там отдела полиции нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Можно на фоне, можно вот там на фоне. Только излучше. Подумайте тысячу раз, прежде чем делать опрометчивые поступки. Нет. Я вам говорю, как должно быть. Вам не понравилось то, что произведена была фотофиксация на фоне вашего транспортного средства? Вы пришли и, соответственно, попросили меня. Мне фотофиксация, мне без разницы. Можете фотографироваться еще раз.
Я обратил внимание на то, что у вас номера перевернуты. Я вызвал. Они не приедут. Я уже вызвал. Они вас, вам сказали аккуратно, корректно, встаньте на свое место, мы подъедем, а сами никуда не подъедут. Нет, они подъедут, потому что я их через дежурную часть ГУВД вызвал. Ничем вот это закончится, ничем. Никакого материала не будет. Это будут разбираться сотрудники ГИБДД. А будут с вами разбираться за превышение. Я увидел нарушение. А что же вы не стоите, не осуществляете безопасность и не видите, как ходят люди здесь пьяные? А занимайтесь тем, что не входит в вашу компетенцию. Я за вами наблюдаю здесь около уже 50 минут. Понимаете? Вы знаете, для какой цели здесь находится мой наряд? Я знаю. Для какой? На основании какого приказа? Я все знаю. Для чего он я не хочу я сейчас это вытирнить. Я здесь выполняю свой закон. Действуйте в рамках закона. Я в рамках закона. Я увидел правонарушение. Я вызвал сотрудника ГИБДД. Делайте. Вот, давайте подождем. Я жду. Я сейчас паспорт на столе. Да. Мой номер телефона запишите. Запишите мой номер телефона. Я подойду. +7 911 924 12 64 Денис Геннадий. Вот, обращайтесь. Я здесь, мне сейчас надо документы подать. Либо я, либо мой представитель подъедет. Все, разобрались? А? Разобрались. Я им сотрудники сказал, не будут оформить, я вам сразу сказал. Дальше они будут заниматься, я им передал. Что... Кто не будет никем заниматься, я вам сразу сказал, это бесполезно, я работаю. Законодателю надо вносить поправки, конкретно ясно. Вы видите, что у вас руки связаны, вы ничего не смогли сделать. Ни фактические документы у меня, да, на законных основаниях получить, не доставить меня в отдел полиции. Повторюсь, у меня претензий к вам нету, как должностному лицу. Я хочу, чтобы вы действовали только в рамках закона. И прислушивались к мнениям граждан. Я вам не в рамках закона. Я нарушение видел. А у вас материал не составлен. Я вызвал лиц. И что? Которые я уполномочен составляю. А почему они никак не меры? Это не ко мне вопрос. Я по своей инстанции доложил. Это на вашу инстанцию жалоба отправлена. Вам надо будет отписываться. Потом вы эту Шкоду вспомните и скажете, да зачем я сюда влез? Умейте лавировать, умейте находить точки соприкосновения, потому что закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Согласитесь? Просто исходя из того, что вы старше меня, я не буду... Требовалось, я это выполнил. Вы выполнили? Да. А что получилось на год? Дальше. Вот так вот, граждане, работает законодательство, да? Никто ничего оформлять не стал. Не знаю, ввиду, может, узнаваемости, может быть, отсутствует состав административного правонарушения в моих действиях. Вот. Ну, скорее всего, отсутствует состав, да. Об этом я говорил неоднократно в своих видеоматериалах. Но все равно ситуация очень интересная, да? Обратите внимание, сотрудник проявил... Значит, желание такое, да, в силу якобы вроде как закона пресечь мое право на передвижение. Вот, вызвал коллег, ну, ГИБДД, ну, на этом все и закончилось. Никто не хочет связываться.